кто скажет, что это не шарик? Господи. И пятачочек такой. Только он худой, и шея другая. Так вот шарик спит. Да ты мой золотой, красавчик мой. Подушку ему постелил. Такой гость у нас. Самый младший. Самый младший из всех бродячих собак Ялты. Самый красивый. Курицу варю сейчас. Зашли водичку, он попил. Немного попил, вообще немного. И шел он сюда неохотно, вообще никак он не шел. Особенно там, где набережная с голубями. Это просто кейкос был для меня. Чтобы его уговорить как-то идти. 20 метров пойдем, остановимся, он назад глядит. Наверное, все-таки он прислушается своего глашпана, Барбоса. Наверное, он что-то боялся его предать, что ли, этого Барбоса. Главное, поводок одел, вот так вот, идем, он потом останавливается. Я вот поводок дергаю, говорю, идем, идем. Он ни в какую. Я подхожу, главное, к нему. Вот так глажу, да. У него нет такой реакции, мол, ты меня тащишь, иди отсюда, козел. Он, наоборот, нос меня под мышку сует, все нормально, но идти не идет. А тут это сейчас, это, все эти собаки, которые там приклеились к ним, черные вот эти там какие-то сучки. Все тоже идут, кроме Барбоса. И шли, короче. Ой, те собаки, короче, бегут за котами. Этот что, главное, не идет? А когда увидит, что они за котами рванули, и прямо аж поводок вот так трясется, короче. Я, короче, сел в троллейбус, думаю, да ладно, ничего страшного не произойдет, короче. И он первый раз в троллейбус сел, вел себя хорошо. Малорик, рыжечка, опять ты мой красавчик.
Это мой красавчик, самый любимый мой красавчик в Ялте. И собачка, самая красивая собачка, самая красивая собачка. На шарика похожа, в шрамчиках, молодой. А как он компостер выписывал своему этому Чернышу? Я думал, Черныш там рулит над ним, там, да? Барбос. Кого он так на него распрягался, он прям рычал на него, прям на него залезет, прям, наверное, что-то по-своему говорил. Ты, мол, меня что вчера кинул, да, с собой не взял, или ты зачем ушел, скотина, с нашей банды, или что-то такое, наверное, он ему причесывал. Рыж. Спи. Мы зашли, он, оказывается, боец такой, я в шоке. Вот тебе спокойненько. Ага. Мы сюда зашли, он присел такой, оглядывается. И там собаки на улице гавкают. Он как начал рычать тут. Я говорю, ой. Вот такие вот пирожочки. Взял вот такой вот узенький этот. Она мне предлагала там что-то за полторы какие-то там, с всякими круглые такие. А это метра два, наверное, не знаю. Короче, это... Да, два ошейника взял. Барбосу, Чернышу сразу отдел, тут не против был. А когда пришли туда на море, Барбос крутится у меня, а я не могу одеть, эти прыгают мне прям на спину, толкают меня, короче, играют. Я не мог одеть ему вообще никак. Там люди еще ходят, смотрят. Не было такого момента, чтобы я, короче, одел ошейник этому льву нашему. Ну ничего. Оденем и льву, и льва сюда еще приведем в крышу. Кто-то там написал мне дня два назад, что ялтинских собак ты не приучишь так, как там, как лазаревских, там что-то типа такого. Я из-за принципа вчера взял две собаки, привел, сегодня вот его привел. Я хочу, чтобы он завтра никуда не идти. Пусть он у меня побудет, привыкнет. Мне так хочется, чтобы он вот больше он привык. Дружок хороший собака, но изначально-то вот этот мой типок-то вот этот вот. Нравился-то. Да и вы говорили, а где же Рыжик, а где же, а как же Рыжик? И дружок хороший, и Рыжик, и все они хорошие, но он самый младший. И он такой вот, такой он мне по душе, вот этот Рыжичек. И тех будем водить, и как получится, может, он в следующий раз вообще не придет и не подойдет ко мне. Попробую здесь вот с ним это пообщаться, выгулить. Вечером пойду, еще попозже выгулю, посмотрю его, как он. Завтра, может, здесь где-нибудь вокруг погуляем, к речке сходим, не знаю, как он будет себя вести. Если будет сильно упираться, мол, я хочу на море, то я его отпущу. Пусть не отпущу, а вместе с ним дойдем, я там его оставлю. И, ну, понаблюдаю, короче, за ним. Насильно тоже как держать собачку. Ну, я думаю, он сейчас привыкнет, поспит. Он ведь и шел по дороге, да, остановится и так сидит, и у него глаза вот закрываются, он такой, как будто упадок сил у него. Может, здесь хоть выспится нормально, по-человечески. Ладненько.